Это бьем. Я БКБ, наверное, возьму просто на верой. Байбак лучше оставь. Ну, пока да. Че, можем смок, если еще нажать под респаун тинкера с сапсом, поставить на базе где-то, зайти типа, просто. Да, я просто вас пролечу. Monkey King Refresher. Keep in mind. Ну, он, возможно, Феникс его даст. Да, не, не положу. Чем мне кажется, еще Win Condition, если Ярик купит себе рефреш, просто големы на базу отправит. Да не, они, они слабенькие. А что в топе покать холодно? У них сейчас Селине будет запущено, они будут показываться, я бы напал. Попокал. Попукал? Ух ты. Как раз подрез Тинкера. Че, может мне гем купить и поносить? А то что-то они что-то выдать, забордили. Или где они? Вот МК есть. МК на лиге вот здесь будет. Прыгать. Дай смок, дай смок, Эрик. Вот МК, тут МК, 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 ребят. Как МК хорошо запрыгнул, Кунку убивает просто в нулину, убивает Рубика. Мы не вжали 500 БКБшек там. Ну, арена наконец-то большая. Ну, много чего вжали, но... У меня бай есть. На самом деле, если я байну, мы еще раз похуяримся, мы гоу. Да-да-да, у них нет, ну у них есть рефреш. Смотрите, ребят, ребят, ребят. Я не бать, выйдя, арена. Можете... Ой, мы... просто уработали антимага. Ни голема нету. Ну почему кулдаунов-то не подождали просто? Вот эти охуенные игры. Ну погнали, фармите просто, качайтесь. 25-й хочу. Тогда. Почему просто големов не дождались? Там же големы очень сильно решают. Нужно начинать с того, что я прыгаю, мы бёрстим один таргет. А по итогу у нас прыгают каждый драк. Да, Настёк, терапевт. Герой можно, варенье оказывает. Не спай чай, блин. Шарт заметь. Если ты выбросишь кого-то, очень будет хорошо. Там... Вы как-то просто метки. Макаку не увидели, деньги который будут. Просто вот так, блин, канулся отсюда просто на обедку. И все. Вот если бы заметили... А я кошку увидел, засетапил, думал, мы ее трахнем там за Эбису. А оказывается, Макак уже в нас. Это был один. Качающий. Да, любой стан, особенно по макаке. Следующий экспу забрал на 25-й. Я тоже. Варенье. У макаки рефрешер. Нет, 25-го пока еще нет. Мы только начинаем. Арена, мы можем из нее просто выходить и не париться? Или не можем? Завтра, Настя? Давай, да. Она огромная. А, нет, стоп, у меня же игры могут быть. Не пиздиться. Ну пока запиши, да, пока запиши, там разберемся. У нас Рубик с шардом любой таргет может спасти. Ну что-то поздновато, конечно. Мне нужно купить БКБ с байбеком, чтобы было желательно. Вот этом касте покажется на next wave, я могу напасть на него через 10 секунд. Давай. Он, по идее, будет агрессивно кушать здесь. Так, я в персональном вот смоке Андрей, бегу. Нет. Еще я бегу к нему на персональном смоке. Я руну... А, тут... Тускар, мужики, тускар. Не попал я в антимага. Ой, в ССУ макаку. Макака здесь. Мирана у них нет, нет. Мирана у них нет здесь. Можно Виждана драться. У них нету. Макаку посадил. Выйти, выйти из арены. Им плохо, 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 макаки. Очень плохо, ребят. Убить. Не успел без спам. Ну, да похуй, вернется, виспивайте, спаблим. А я бы... У них по этих, по идее, есть байбеки. Но надо аккуратно. МК без БКБ, да? Я через 20 минут могу не напасть. Без достоп саппорты были, из-за этого не убили кого-то. У него есть еще? А, да. И спальня. Че, можем Торментор забрать? Тут здесь может не быть. У нас есть смоки на нас? Можешь забрать, можешь забрать. У меня персональный смок, и у тебя персональный смок. У меня есть смок, ребят. Нажать хотели? Я взял без байбека, БКБ. Хочешь Торментор забрать? Ну, давай. Давайте заберем Торментор, нажмем... У меня Хекс есть. У тебя есть АХ, Эрик? Кто? Нажми ТП, нажми ТП сюда. Забери экспу, там. Да я слетаю, у меня бесплатно. Да не-не-не, пускай Варлок заберет просто. Ему дало бы тоже. Ну, там... Ну, да, дало, да. А что, вы хотите? Сыка. Или мы уже до следующего Рошана? Да-да-да, мы хотим, мы хотим, мы хотим. Нажал смог тогда?
подойди тоже. Обмажу. Голем, когда немного. А мы ждем твой врыв, промажешь, да? Да. Ну, такой. В Мирану напасть. Могу в Мирану прыгнуть хекс дать, наверное. Я прыгну. Бля, он выйти, быстро очень. Яйцо нажал. Ну все, выиграли вроде. Есть пайл на свою руку? Выйти можем из арены? Да. Все, арен. Можем подоб? Смотрите, смотрите. Могу их прыгнуть хекс дать кому-то, хотите? Макаку надо, макаку. Макаку, мы на тусика напали, ребят. На туска писаю. Макаку ПКБ нажал. Хорошо, расскажи. Ну отойди, Джо, там, блядь, тебя телепается же. Антимага опять убили, антимаг куда-то в соло молча прыгнул, вообще не слышно было, что он делает. Бежать. My bad, я проебался. Бля, если бы антимаг прыгнул с командой Тускара... Руна сверху. Да, сейчас свистимся все, просто убить еще раз потнул, на похуй. Да. Крошу можно пойти забрать, он сейчас здесь. Там не будет рефрешера Макаки на next fight. Сейчас бы прям сейчас киску убить, у нас нет опции, у него вообще хп-то мало. У меня бай нет, я не хочу рассказать. А у меня? И у меня нет. И похуй. И тянет. У меня тоже. У вас еще слоты есть. Качайся на Рубике. У вас еще два слота на Рубике, слот на Кунке. У меня много. Ну, я уже ничего не куплю. Верь в себя. Эта игра может быть 60 плюс-минус. Не надо. Смоки полетели. Соло выиграю, кстати, 60 плюс-минус. Мои 4 голема сделали. Нажали смок здесь, ребята. Они без макаки же там. Здесь нажали смок. Да кто там нажал смок-то, блядь, там же нет никого. Я хуй знаю, курьер полетел, нажал смок. Смотрите, а макака дальше не пойдет. Тускар идет в смоке, да. Они под релокейт хотят убить вас. Просто защитить где-нибудь. Да, будто бы Ярику рефрешер бы выиграл игру, нет? Они могут поиграть вообще по ощущениям, если команда... Да. Что? Ладно, Гибан. Если команда Роджера четко нажмет кнопки, как будто они очень сильно... Тут сейчас... Тут как будто один антимаг сейчас урон наносит, а остальные ничего не могут сделать уже. Ребят, Рошан-то, наверное, есть? Да, да, его заберем. Настюха, если ты слушаешь, можешь чай горячий налить, пожалуйста? Я бы... Пригодится. Ну да, кто рефрешер возьмет? Я могу. Может Кунка взять? Ребят, старайтесь, я не знаю, Юл на меня как-то нажимать, если видите, что меня бёрстят. У меня нет. У меня нет виндвейкера. Или Шард на меня выбрал. Я бы постарался, но там мы очень далеко были друг от друга. Я Глиммер даю тебе, стараюсь. Рошан есть? Нет, есть Рошан. Да. Они вот в смоке идут. Они в смоке идут, ребят. Так или типа летели, просто разъебем их. Да, будьте можно готовы. Сломать им трон. Не, ну макаки. Не, но... макака здесь не окажется. Но виз. Дальше нет. Окей. Я заберу Аигис, берите рефрешер там на варлоке. Можно взять Ярик, может. Ястро возьму. Мне кажется, мне маны не хватит просто элементарно. Хватит. Смотрите, они могут драться тут. Да. Не видно их. Нормально. Ладно, есть у кого-то слот под варды тогда? Ну как будто им надо фармить меня, всю игру сейчас. Тыр еще на кунке. Кому на команде Ярика надо просто фармить? Ребят, давайте смок нажму. Все байбеки и все остальное. Смок в киску, ребят. Да, давайте я. Фарманы прилечу на вас, на байбек, чтобы было. Роман, хочешь смок или обойдемся? Можем под... Пойдем. Я могу блинкануться, дать хекс, как в тот раз. Ну, виз может увести, опасно. Смотрите, мне нужна с помощью этого Рубика, потому что я буду прыгать, меня будут пёрсить. Я сейчас без БКБ. Значит, лик надо, если что, давай оставить. Давай тогда я буду не инициировать, а скорее я сейвить к тебя. Да, тебе не нужно инициировать. МК. Поднял. Правда, надо подвести. Заявлю тебя. Хорош. Умер все равно. Сейчас еще будет. Мирану на икс посадил. Отлично. Импизда. Я смотрю. МК. Да. Хорош. Ярик соло. Спасибо большое. Погнали. Здесь упал. Хорош.
Вот я, ребят, вот тоже хочу один показательный момент сказать. Вот в этом турнире HMMR задроты, которые пикают, не уважают стримеров. Объясню мысль. Вот в пике тонна метовых героев. Есть герой, например, единственный, на котором играет стример Ярослав Кузнецов, Варлок. Почему, блядь, просто этого героя ему не убрать, чтобы он играл на условном течке, как на прошлом стримерс батле, помните, когда он просто говорит: я, блядь, кнопок не знаю, я это. Ему дают, по сути, его сигну, не уважаешь, как будто он, ну, типа. В итоге Ярик, ну, по сути, вот как бы в соло тут очень много делает, пиздец. Вот он бы играл, ну, тут пусть даже на личе каком-то, да, но это не был бы его коронный варлок. Он столько спейса дал, он столько шмоток нафармил, хекс, эти големы борщи. Он, то есть он знает, что делать на этом герое, он знает. Но банят метовую пятерку Свена, метовую тройку и метового кора, понимаете? В итоге все равно люди играют на, блядь, антимаги и манки-кинги, тоже метовых. Ну, короче, хуй знает, я что-то немного с этого тоже. У нас вот в игре со Стреем тоже мы отдавали. У Вовы Пейна, блядь, один герой в пике был там, Гримстрок, а у Стрея снайпер. Два героя, но мы баним метовых всегда, при том, что можем как бы им убрать единственных героев, на которых они играют. Им похуй на мету, они не играют, на ней. Ну, просто графика. Team Experience, Net Worth, типа зелененький. Да, а, зелененький? Да, вот там на 40 минут примерно, вот моментик. Слушай, ну Тинкер прям сильный был. Прям ощущалась драка. В паре моментов. Тинкер, ну, Варлок, блядь, пиздец. Да, в мини вообще меня спасли. Жестко. У нас 32 тысячи захила с Яриком. У них Тинкер Варлок, а у Тим Роджер ни Шивы, ни Скади. Да, я до сих пор немного в ахуе с этого. И это еще типа игра не пошла. Тинкер Варлок, ни Скади, ни, блядь, Шивы. Не хуй с ним даже урны. Ну ладно, урна тут в масс захил. При этом дизейблы, при этом руты, он, при этом он просто щиты, немного, ну, понятное дело, что просто немножко такой, ну, душная четверка из разряда Нигангу еще там и так далее. Вот. Линия у них в топе душная, конечно. Да, у нас вообще драфт был такой, что мы типа килл кого-то не собирались делать, у нас кач. Угу. Короче, Тинкер своими роботами. Это, Роман, я думаю, что мы должны были эту линию, ну, в моем понимании, стоять типа супер агрессивно. Прям вот мне казалось, что просто ты идешь, типа, райт-кликаешь под хилом, фактически, челов, и постоянно они в дерьме. А так, мне кажется, мы плохо постояли минут 5 первых. Ну, понятно, я не заблочил этот пол, но не суть, там, мне кажется, даже до этого можно было. Я говорю, из-за того, что линия у них на их стороне, я, ну, не могу так делать, потому, ну, потом, что я прихожу, потом, они мне дают по 2-3 тычки, и я не могу потом разменяться. Уже, да, но там был даже момент, когда мы вторые апнули, там они такие битые были. Мне кажется, ты мог просто, блин, кануться, убить чуть ли не двоих тоже. Мне кажется, так там у вас была Обама ждет. На втором, да, на втором я проебался. Я там, я должен был блинковаться, я согласен. Алабама ждет на интервью. Меня можешь закинуть назад, я для разнообразия схожу. Ну, хила не так много, но все равно. Все равно достаточно много. А как раз нихуя. И ушел. Кирюх, спасибо за игру. Да, Кирюх, спасибо. Да, не даже там. Спасибо, что не задал вашего, да? Да, да. Надеюсь, пауза туалетная подошла. Не, смотри. Пауза-то была. Мы уже как бы вопросик-то есть у вас. Зачем она ставилась и так далее? Я так встать хотел, просто ужас, всю игру. А я бы терпел. И тебе велел. Ты хорош. Ну, слушай, мы... Тут не ESL, которая тебя взъебут за это. Там, ну, типа подглядки. Того. Нет, я просто из-за счета, что я типа тинкер, мне все равно принимать урину весь день сегодня. Не, ну... Такое, ладно. Урон Энесса, да. Урон Энесса, как у антимага и как у кунки. А я вам про это и говорю. Я не понимаю, почему не уважают вот это. На этом турнире нужно пикать и банить не мету, а сигн, блядь. Сигн героев брать. Мне кажется, победите. На мой взгляд. Вот именно. Завалили ебальнички. Так, ладно, мужики. Мужики, спасибо. Спасибо за игру. Я пойду. У меня там дочь болеет. Пойду помогать Оле с этим разбираться делом. Давай. Спасибо за игру, ребят. Спасибо за игру, да. Давайте увидимся завтра, получается. Хорошего вечера. До завтра. Так, ну все, Ярик кончился, получается. Так, ну что, ребятки. А у нас до следующей игры сколько? Парням у меня там, ну, типа, Алиса приболела.
Вот. У Оли там некоторая работа имеется, надо ей помочь. Ну, Экстим через 2 часа только. По поводу, поэтому, так как у нас сегодня уже игр дальше никаких не будет и так далее, поеду я домой. Никс убийца через 2 часа, да. Хорошим отцом стараться быть. Вот. И завтра, ребята, продолжится у нас турнир, против кого-то будем играть. У меня кто сиг, да. 3 уже завтра будет, то есть, как минимум... Ну, у меня можно ничего не банить, у меня нет сигда. А, не одну будем сосать. Все, всем хорошего вечерка, хорошего дня, хорошего вечерка. Сегодня стрим очень короткий получился, ну, как есть. Нет, это был один, это лузера, это был один. У меня сигда нет, у меня, я играю на всем, то есть, у меня нет задроченного героя, прям. На том же, условно, паке, на котором... Шторме, на которую я больше всего играл, это слабые лейнеры, но отчасти мне из-за этого на них интересно играть было. То есть ты в любом случае, типа, на линии не очень кайфуешь. Так, ребят, ну что, следующая игра через 2 часа. У нас еще какой вариант? Можно, типа, оффнуть и подрубить через 2 часа? Не знаю, полежать просто. Видите, я больше заболеваю, да, чувствуется вот эта херня. Кек, так ты к игре своей собери под каждого 2-3 сигн-героя, предложи их в бан сразу. Я предлагаю в бан героев. Ребят, еще раз, все вот эти вопросы уже 100 раз обсосаны. Проколы остальные. Про баны героев, проколы. Я все это предлагаю. Вы стримы смотрите, пожалуйста. Чем берет этот аспект сейчас? Тут типа одинаковые способности? Списание странное. Ну потому что, может, 10 стримеров участвуют. Блин, вот так вот нежданно-негаданно у меня какая-то изжога началась, потом заболела. От чего? Непонятно. Ничего не понимаю, ребят. Ну, куполы же разные, блядь. Опять габеновские приписки. Еще раз читаем. Тут выбрал дизордер. Еще раз. Герои его электрические копии используют способности друг друга. Все, я понял, блять. Что имеется в виду? Типа изначальные способности. То есть это теперь не свет тьма, да, то есть. Почему они на копию купол грейжные берут? Я на арке бы сыграл. Нервы, блядь, какие нервы? Какие нервы, ребят? Я вообще не нервничаю. Просто чем-то приболел. Так, у нас следующая игра. Еще раз, Никс. Никс УБН.
Так, сейчас в туалет схожу. Так. С кем стоим? С темпларочкой. Лучше бы мне сентри купили, конечно. Так, ну что, погнали. Поиграем немножко. Посмотрим, как пойдет. Если все-таки не очень больным играть. Жетон двойной ставки 101. Нормально. Почему у меня скилл не качается? Я переключил язык дважды. Еще раз переключил язык. Три раза я переключил язык. Я раз переключил, нажал, два переключил, нажал. Изи, ебу жопой. Битва начинается. Ближе и ближе. Смещение. Движение. Мишка косолапый. Вперед. Так, давайте, запотеем. Я на самом деле просто взял Аркварна, покликать, посмотреть, что с ним будет. Что за герой, как он сейчас играется, я давно не брал его, посмотрим. Так, вроде у нас там что-то вот, мне хочется аспект глянуть. О, не аспект, врожденка, а то, что... То, что руна регенерация будет.
Блять. Этот чел подставился на смерть, но я это не расконтролил. Обидно. Да, он типа реген врубился, видели? Нам было сразу, короче, махазат не будет. Надо было сразу с ним пиздить, зря я отбегал. Почему он спит у меня, я даже не помню, блин. Кири, привет, я тоже Кири заболел летом, не мой как. А вообще непонятно, причем ничего же нету этого. Никакого-то фактора того, что ты должен заболеть. Типа не ем мороженое, там вот это вот все. Киря, привет. Я тоже Киря, и тоже заболел. Летом, точка, ё-моё, это как вообще нам так досталось? Грешу на кондей. Наверное, я тоже на кондей грешу, на самом деле. Я думаю, я словил какую-то инфекцию, из-за которой у меня вот это стоматит вылез, что-то. И потом под эту тему всю, вот, наверное, выскочило что-то, да. Хер его знает, чё. Просто иммунитет типа подослаб, и вот там вместе с этим условным стоматитом вылезла какая-то простуда, блин, непонятная. А, зачем тебе бизнес-крип, конечно? Так, а я с любой руны реген лутаю или только с водных? Ты же убиваешь его, Лана, нажми кнопку. Блять, ну что за замедление, нахуй? Герой, блять, стал. Не замедление, блять. Что он делает? Что он сделал? Просто ни с того ни с сего рванул, блять, пизды получать. Блин, ребят, что там за оспа? Что вы там вообще обсуждаете? Что за ужасы? Темплак на миде. Ебать, бесячий герой стал. Плохой. Да, темплак, конечно, герой на миде. Забавный. Блядь, незаконный, на. Блядь, что-то поет, замедляет, блядь. Ты бларочки нет на мине. Надеюсь, не к нам. Рубик ушел. О, конечно, сейф ТП.
Нага ТП сделал, парни, нага ТП сделал. Типичный мид паблики. А почему нага 5 левела? Че за хуйня? На соло стоял, Урза отбегал на базу. Это саппорт нага, если что, такого же левела, как у меня. Нага 5 уровень, просто потому что ты плох. Понял, братан. Спасибо тебе за твои комментарии с 18 года. Бесит, почему люди так на доте любят раздражать? Ваши центральные башни атакуют. Так, гранатки нету. Сейчас гранатка норм. Блять, еще и поет, ебаный рот, блять. Герой нахуй, блядь. Что значит поет? Я раздражительный за доты? Почему я раздражительный? Подожди. То есть если я играю в сингл и чел несет хуйню, я такой типа вау, спасибо, да еще? Ты что смеешься? Люди почему-то на мой счет это перекладывают. Я раздражитель? Нет, это на доте люди раздражительные пишут хуйню очень часто. На других играх просто этого не пишут, чего ты взял? Я всех долбаю в баню на любой игре, какая разница? Единство будет достигнуто. Я зашел чисто героя покликать, посмотреть, что он делает сейчас. Насколько он сильный, слабый, там, типа на шестом и так далее. Нифига себе, куда она меня затянула. Ебать, так и парка трахает, ё-моё. Чё за скилл? Аспект? Это новый скилл просто? Подожди, у него четвёртый скилл или что, я не понимаю. Раньше это вроде какой-то шард был. Фига себе. Так, нормально, что глипнир тут, наверное, как всегда надо делать. Будем ли делать сапог? Есть ли смысл? Мид стоит еще. У меня ульта нету. Кстати, ульт дольше кулдаунит стал, как будто 100 секунд. Отлично, парни. Я без резки отойду. Как будто, блин, раньше поменьше был. Серж БФом будет. Блин, темпларка где-то же здесь была, куда ушла там. Блин, вот я за что деньги плачу? Дота плюс мне написал.
Дода плюс мне написал. Дода плюс мне написал, я главное отвел вовремя. Блять, иди нахуй. На меня беги. Тогда я уйду на бей. Смотри, копия теперь не умирает. Длительность 60 секунд. Зачем ты это пишешь? Я думал изи дуэль, а там, блять, тон нахуй. Так, поехали. Но тут варда вроде нет. То есть они просто в смоке бежали у меня вчетвером. Опять наебало, Дота плюс. Нормально, надо Майлштром, с ним будет вообще хорошо. Тем более против Наги, блин, которая... Не, хотя она хотя иллюзия она вроде не вызывает никаких. Я не помогу ничем. Есть ТП? Мы очень долго живем. Welcome. Welcome to my world, bitch. Тогда я дуэль вдуман. Нахуя ты бежишь за Нагой, ебаный? Блин, прям глаза слезятся. О, а у клона, кстати, тоже же два медаса теперь копится. Это, кстати, прикольная тема. То есть теперь не проблема просто немножко перетерпеть. Может, из-за него, кстати, и добавили. Игра начинается, ребят, название стрима все написал. То есть, грубо говоря, я могу сейчас не призывать его, да? Ну, у него КД идет. Не, у нас все вообще супер гуд. Ну хочется как бы подраться, наверное, даже все равно даже с Мидасом. Так, талант 200 хп, а? Купол это синий, да? А, он уже сразу выталкивает. Но в нем я дэмэдж получаю, подозреваю. Унагу бить, в принципе. Вашу верхнюю башню атакуют. О, нормально. На меня иди. Ой, здорово, здорово. Так, парни. Блин, надо медасиком срочно поработать. Блин, нихуя. Так, и Гелепнир, да? Верхняя башня противника разрушена. Аркенвиз идет. Да, им по-другому прям начало работать. Ощущается прям по-другому героем. Что-то я не помню, а как я биндил? Трагнулся.
Низосклоне арка не работает. Почему? Я для чего собирал? Все работает. ТП. Человек давно не сходил, столько всего поменялось. У меня сестра беременна, скоро стану папой. Поздравляю, братан, поздравляю. Таких, как ты, тут примерно каждый день человека два. Это здорово. Короче, мы стройки, мы только что с их стройки вышли. Так, сколько лебедь стоит? 1800. Ага, стоит. Леон ливнул. О, блин, у нас Леон есть. Пало меня уже. И в чем идея? Мы сделали. Все, он нажмел кулаки. Так, а я, кстати, универсал? Нет. Давайте под медузу. Хоть и вышечку откроем. Сейчас опять под меня тут 5 человек, мне кажется, подойдут. Здесь. Не, я не выживу, там. Вот и грибнир. Я взял бы, у меня 0 маны. Ну, уль долго кулдаунит сейчас, как бы вот сейчас, видите, ульта нет, как бы, да. Центральная башня. Нет, это дуэлечка моя родная. Что, первая? Шлюха, а, не успела, блядь. Дума идет, вот Дума убить можно вот здесь. Просто я не увидел. Или здесь, да? Нет. Хочешь, по-моему, мы вдаем с тобой здесь только, может, бэк? Да. Команда не поддержала. Так, что там, два медаса, надо юзать. Пять человек здесь. Да, ну ты на раке один вообще остался. Слушайте, а почему так есть долго он умирает? Палец есть. Огнем шарт.
увеличивает радиус поля, сейчас замедляет противников, воздействует на все снаряды атак, пролетающие через него, скорее союзные, замедляя вражеские. Он убегать, блядь. Он не захотел палец нажимать. Ну, типа, среагировать, чтобы можно было, наверное. А так, в целом, замедление, это в чем смысл? Брат, почему ты ТП не нажал просто? Заберут. Ну, так пойдемте убьем их там. Рошан убит силами света. Похуй, медик пофармил. Ладно, пойдем. Урса зачем то еги взяла. А как у нас опять арк умирает? Да, чувствуется, что дольше КД такое, знаете, как на других персонажах, до которых типа ульт дал. Раньше он как бы всегда был, а сейчас типа ульт дал, и типа все, пацаны, у меня ульт КД там. То есть долго прям. Замедление снарядов не нужно, но тут. А зачем оно нужно, объясни, пожалуйста. Ну типа вот темпларка стрельнула в меня, и снаряд медленнее в меня долетел в куполе. А в чем смысл? Ну глобальный. Я что, как Джон Уик или Нео увернусь или что? Ну, это активка. А, быстрее тролла выформить. Юл на реакции, понял. А, у него по-прежнему есть Аегис. Вашу верхнюю башню атакуют. Вы не отдали врагу верхнюю башню. Нормально, Рубена убили. Это вернее. Урзу, за яйца. Отлично. Блять. Нага без ульты. Нага без ульты. Медведь где? Медведь ебался, да? Ну да, слушайте, люди сама тоже подольше, да, чувствуется. Вот я раньше, вот в этот момент примерно она кончалась, а сейчас я вижу, да, что она еще живая. Непривычно, гига непривычно, конечно. Гига непривычно. Как будто пик у меня все равно брать надо. Втроем не справим с Леон. Yeah.
Сетап, сетап, Леон, сетап Урсу. Обходи, там легионка идет. Как зря, конечно. Надо было. Поторопился в дуэли. Помните, как увидел, сразу нажал. Ну, слушайте, вроде вин. Чем старше становится, тем больше нравятся стримы. База. Спасибо большое. Я правда болею, сейчас я не очень доволен стримами, но я просто очень сильно что-то приболел. Нужен примет нормальный. О. Го, дальше нет темпарки, 10 секунд. Верхняя башня противника разрушена. Центральная башня противника разрушена. Хорош, мужик, хорош. Мне сметаник все лечит и пиво. Да блин, у меня два дня назад просто горло щипало сильно, просто. Причем у Насти тоже, мы подумали, что мы чем-то отравились. А в итоге у меня пошли на следующий день сопли, а потом еще и вот эта вот тема какая-то. Такая уже, знаете, как бы простудная. Что за инвизы постоянные? Типа он выходит, из него появляется. Это как так делается? Это как, а каким спилом это делается? Ну глиммер, а что он? Он типа заново в глиммер заходит? Я думал, глиммер, типа, ты кастанул, вышел, и ты уже не в глиммере. Команда сразу же принимает решение подраться после того, как я сдох. Какая же противный тинкер. Нижняя башня противника разрушена. Можно трон реально. Барак, кстати, на 5 лучше барак, ты дашь им глиф просто. А, падла, хотела, блять, ротик отбить. Нахуй, нахуй иди. Интересно, почему они глиф не нажали на товара? Здесь такая
Короче, герой это тот же. Герой это тот же, но немного подпривыкнуть им надо играть явно. Явно он, у него по-другому сейчас распределение сил, он какой-то немножечко это. Ну, чуть наигрыш на нем нужен, короче. Так, до игры еще 2 часа, ё-моё. А, манты безблаторные поехали, а чё там собирают на него? Да, в принципе, я не смотря в гайд соврал то же самое. Манта здесь не нужна была. Shadowblade можно было. В ханта или отдохнуть? Ну, ребят, возможно, умные люди не зря придумали постельный режим. Возможно, ты когда болеешь, надо просто лежать. Поэтому, возможно, я пойду сейчас полежу 2 часа, встану и покомментим дальше. Думаю, просто полежу. Потому что, да, это... Ну, тяжеловато. Тяжеловато. Пополоскаю ротик, там попью что-нибудь. А, какая-то вирусня, видимо. Игра через 2 часа. У меня игра через 4 часа. А игра Никса через 2. И если она не пройдет за 2 часа, а она может затянуться, то у нас еще позже даже. У меня даже 4, через 4,5. Не, ну у Никса очень сильная команда. Я думаю, они не будут прям сильные игры. Я думаю, по 40 минут обе катки будут. Так, ребят, все, давайте через 2 часика увидимся. Сейчас стримить тяжеловато. Даже, может быть, в какой-то степени повезло, что есть стримерс батл, на котором контент делать легко. Просто врубил и комментишь, смотришь там. Потому что я бы сейчас не стримил, конечно, я бы выздоравливал. Давайте Майюха станем. Вот у них амогусница начинается, ребят. Все, давайте. Здорово, Март. Все, давайте, приходи через 2 часика на игру Никс УБН, я, скорее всего, подрублю, а наша 8.30 игра. Кирюх, здорово. Видел, что в ханте обнова вышло. Видел. Не хочешь тройнуть в ближайшее сейчас время? Сейчас больной, вообще ничего не хочу, ребят, не хочу вообще, ничего не охота. Хочу выздороветь сейчас. Все, давайте, ребят, пока-пока.